читать книгу Эздры и остановились на приходе Эздры в Иерусалим. И дальше мы будем увидим, чем обернулся его приход для Иерусалима. Но пока остановимся, несколько слов скажем о том, что Эздра принес письмо царя, вот в седьмой главе это письмо э -э, приводится. И это письмо оно воодушевляет. Воодушевляет и самого Эздру, и э -э, одушевляет народ. И э -э, из этого письма, э -э, вот, ну, немножко прочитают, меня дано повеление, чтобы в царстве мое всякий из народа Израилева, и из священников, и из левитов, желающих идти в Иерусалим, шел с тобою, так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею, и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, закон Бога находящийся, чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники пожертвовали Богу Израилю, которого жилище в Иерусалиме, и все это серебро и золото, вот, которые ты соберешь во всей области Вавилонской вместе с доброходными даяниями от народа пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме. Вот, то есть он направляется для созидания э, храма, для украшения храма. На это собираются пожертвования, чтобы храм был для благолепины. Важно, что Эзра посылается. Именно для храма. Он не военачальник, там есть вождь. Он священник, хотя там есть и э, тоже священник. Э, но вот у него особая миссия ⁇ наполнить дом жизнью, украсить ей дом Божий, украсить его и научить народ жить по закону, то есть у него и вот потому и направляют, что все знают, что он сведущ в законе и приходит понимание от того что, ну народ-то конечно пришел, это замечательный храм-то они уже построили конечно, на что толку-то, храм-то был, храм был его разрушили сломали потому что закона никто не знал и не исполнял Дело-то не в храме. Хотя его посылают для храма, чтобы он в храме учил народ. Это очень важная вещь. Вещь такая очень серьезная, очень замечательная. Оказывается, восстановить разрушенные храмы ⁇ это полдела только да, это очень важно. Мы говорили про это в одной из наших бесед, что жизнь народа восстанавливается с восстановления храма. Хочешь жить, строй храм. Так, собственно, и осваивалась огромная территория России. Приходили люди, два, три, четыре, ставили часовню, в ней кто-то молился, не все люди, естественно но молитва должна восходить. Чаще всего это был какой-то старый пожилой человек, может, бабушка, ну, грамотная. Вот. Когда людей становилось больше, они ставили храм и просили туда священника. Просили священника. Это не им посылали священника на прокорм. Они просили священника, понимая, что жизни не будет, если здесь не будет совершаться бескровная жертва. Мы про это говорили. Но оказывается, это полдела. Храм можно восстановить, но храм можно и сломать. Снова ведь уже был сломан за грехи народа. И это, если народ не научить жить по закону Божьему, то они снова начнут грешить, и Бог снова их накажет, и храм снова уничтожит. Вот эта мысль, которая м, очевидна в отношении к израильскому народу. Вот у вас был храм, причем огромный, причем построенный сами Соломоном, все про него знают. Там ну просто великолепие великолепий. И что? И ничего. Камни на камне о нем не осталось, потому что люди не исполняли закон Божий у пророка Иеремии, дойдем когда-нибудь, есть такие слова. Вы надеетесь на то, что здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Отнимется от вас храм, потому что никто не исполняет закона своего Бога. Но ведь и мы должны также в духе этого свидетельства Священного Писания осмыслить свою собственную историю. Но мы не можем этого сделать, не можем по одной простой причине. По неправильному восприятию той самой исторической эпохи. Мы считаем, что была процветающая Россия, вот, пришли злые дядьки, разрушили злые э, русские храмы, исковеркали русскую душу, насадили свое... Разное там мерзопакостное учение. И вот мы в 90-е годы от этого освободились, наконец-то, и снова начинаем восстанавливать благолепие русской сорока-сороков, русской храмовой культуры. Но было-то ведь не так. И пока мы не поймем, что было не так, ничего не получится. Нет это мы перестали. Мы, не даже не скажу русские, мы христиане, хотя тогда это совпадало, мы, причащающиеся, исповедующиеся, крещены, перестали жить по закону Божьему. И поэтому Бог отнял у нас храмы, сокрушил это с помощью каких-то злых людей, которых навел на нас именно по причине того, что мы перестали соблюдать его закон. Вот и когда мы в покаянии вернулись к соблюдению этого закона, когда церковь наполнилась людьми, по новой она пустела, потом наполнилась людьми, которые чтили закон Божий, исполняли закон Божий, вот тогда Бог переменил гнев на милость, возвал церковь из плена, и снова стали строиться благолепные, восхитительные, большие соборы, красивые. Но теперь-то надо понимать, что это только полдела, если люди, наполняющие этот храм, не будут знать закона, не будут следовать закону Божьему, если они не узнают, в чем христианская правда, христианские заповеди и будут их также попирать, так ведь все повторится. Если люди, входящие в храмы, не будут исполнять того, что требует от них Бог, они снова будут отправлены в рассеяние, и снова вся эта красота будет сокрушена. Вот чему учит нас книга Эздры. Таким мыслям, не печальным мыслям. Почему? Надо просто начать внимать закону Божьему, то есть попросту говоря, читать Евангелие и исполнять его, проповедать Евангелие, учить народ исполнению Евангелия, а народ должен внимать ему именно потому, что у него должен быть страх, что если мы, что если мы не будем внимать евангельскому закону, не будем делать то, что велит Христос, то снова с нами может повториться трагедия 17 года. И вот Эздра, собираясь в путь, собрал людей, собрал приношения, милостыню, так сказать, сбор на храм, и собирается в путь. Вот в 8 главе свидетельствуется об одном замечательном интересном событии. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, то есть еще перед путем, чтобы смириться нам перед лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охраны нашей от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали рука Бога нашего для всех, прибегающих к Нему, есть благодеющее, а на всех оставляющих его, могущество его и гнев его. И так мы постились и просили Бога нашего об этом, и он услышал нас. Они собираются в путь. Путь этот трудный. Их немного. Они не воины. У них достаточное количество, ну, скажем, сокровищ, богатств, Естественно, на них можно напасть и отобрать. Но они надеются на Бога. А подкрепляют эту надежду на Бога постом, перед путем, чтобы путь был благоуспешный. Вот странно. Но мы то же самое видим ведь и у апостолов. И апостолы тоже, отправляясь в путь, будут налагать на себя пост и поститься перед тем, как пойти куда-то. Перед тем, чтобы узнать, куда, -то, куда им надо пойти, они налагают на себя пост. И получается, что пост – это достаточно древняя практика перед каким-то важным делом. То есть, если человек хотел начать какое-то дело, превышающее его естественные способности, он налагал на себя пост. Вот, ну, вроде это понятно. Ну, может, нам не очень понятно. Но вот так поступал э, древний человек, посылаемый Богом. Так поступали апостолы. Так поступали, ну, скажем, в средние века русские святые. Так поступали, скажем, русские военачальники Суворов или Ушаков всегда постясь перед каким-нибудь важным сражением. Ну, пусть мы не понимаем, нам вообще непонятно, зачем это нужно поститься, но, тем не менее, эта практика, она очевидна. А так а зачем? И Эздра здесь говорит, мы налагали пост не для того, чтобы вымолить у Бога себе легкий путь, мы налагаем пост для того, чтобы смириться. Вот здесь так и говорится, смириться. Чтобы, э, смирясь, не борзясь, не борзиться, не дерзить Богу. Ведь человек сытый, как откормленный теленок. Он скачет, прыгает, бодается. Он уверен, что у него все получится. Я пощусь, изнемогаю и смиряюсь. Я познаю свою немощь, свою слабость, я знаю свою беспомощность в этом смирении. Пост знакомит меня со своей беспомощностью. Он показывает мне свое бессилие в этом смирении. Что я не, не так, как вот, когда я не пощусь, когда я вполне себе доволен собой. Я уверен, что все получится, но я уверен в этом, потому что я собой доволен. Я э, слишком дерзко отношусь к Богу, уверенный, что, а собственно, куда Он денется, поможет. Значит, я пришел, значит, поможет. Вот, Ну, конечно, не помогает, но мы обвиняем в этом кого-то другого и по-прежнему дерзко себя ведем. А по-настоящему человек, когда начинает поститься, он смиряется. Смиряется очень э, глубоко познав бессилие, беспомощность, свою зависимость, свою хрупкость, свою тонкость, как он сильно нуждается в том, чтобы Бог ему помог. Вот что. И пост именно поэтому приближает молитву к Богу, потому что у человека откормленного рассеивается внимание, а человек страждущий, болезненный, он собранный вниманием. И поэтому молитва становится собранной, и будучи собранной, она делает его дерзновенным в молитве перед Богом. Вот это не просто, скажем, некий случайный штрих, это начало новых отнош, ново, скажем так, новой практики отношений с Богом. Вот Эздра опять-таки открывает эту новую страницу, и апостолы, выходя потом на проповедь, они просто будут следовать этой традиции, заложенной за пять столетий до них Эздры. И все эти пять веков люди, э веры, э верующие в единого Бога, они все так делали. Они постились не потому, что гнушались мясом, или там считали, что э, там в какой-то пище есть какая-то отрава или еще что-то. Они понимали, что для того, чтобы быть м м услышанным и защищенным, надо смириться. А пост, естественным образом этому способствует. Ну и вот после удачно проведенного маршрута. Пути, дороги. Эздра пришел в Иерусалим, украсил все как надо, раздал повеление, все бы казалось хорошо. Но здесь неожиданно возникает конфликт, который описывает 9 глава. По окончании этого, то есть вот всех этих распоряжений и благоукрашений храма, по окончании этого подошли ко мне начальствующие и сказали, народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов и иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хитеев, ферезеев, иусеев, амнитян, мавитян, египтян и амареев. Потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными. И притом рука знатнейших – и главнейших была в этом беззаконии первой. Услышав это слово, я, имеется в виду Эздра, разодрал нижнюю верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей и сидел печаль. Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней молитвы. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колено мои, и простер руки мои к Господу Богу моему, и сказал, «Боже мой, стыжусь я и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Со отцов наших мы в великой вине до сего дня» и за беззаконие наше преданы были мы, цари наши, священники наши в руки царей наземных, под меч, в плен и на разграбление, и на пострамление, как это и ныне. И вот по малом времени даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших, и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши, «Бог наш и дал нам ожить немного в рабстве нашем. Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш, и Он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и Иерусалиме. И ныне, что скажем мы, Божий наш, после этого?» ибо мы отступили от заповеди Твоих, которые заповедал Ты через рабов Твоих пророков, говоря, «Земля, в которой идете вы, что повладеть ей, земля нечистая, она осквернена нечистотой наплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили от края до края в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам, питаться благами земли Той и передать ее в наследие сыновьям Вашим навеки? И после всего постигшего нас за худые дела наши, за великую вину нашу, ибо Ты, Господи Боже наш, пощадил нас, не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление. Неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в, рабство, в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли ты на нас? даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения. Господи, Боже наш, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня, вот мы в беззакониях наших пред лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять и перед лицем Твоим. Суть конфликта проста естественным, буквально в смысле слова, естественным образом, евреи, пришедшие сюда, стали жениться на местных женщинах и жен своих отдавать за местных сыновей. Но главное, как видно из контекста последующего, все же таки именно брать местных женщин в жены. А это запрещено законом. Ну, с нашей точки зрения, ничего особенного не происходит. Вроде бы все же нормально, это нормально для народа, бывшего рассеяния. Вот, естественно, где они там разорваны, круг жизни, надо искать жен себе, чтобы размножаться, чтобы наполнить землю, их и так мало пришло. Естественная вещь, особенно естественная для нас, которые родились почти и состоялись в эпоху глобализма. Естественно, все должны жить со всеми. Для нас, но не с точки зрения Библии, у нас слишком много нехороших примеров. Вот Самсон был судьей, взял иноплеменную женщину в жены, погиб сам. Ну хотя бы сам, народу он пользы не принес, но народ из-за него не пострадал но он был избранный человек. Он имел благодать. Он был помазанником Божьим и всего этого лишился из-за иноплеменной женщины. Соломон, мудрейший, казалось бы, величайший из царей, но он взял иноплеменных женщин, он мудрейший, и ничего не смог сделать с иноплеменными женщинами. Он стал поклоняться их идолам. Если Соломон, мудрейший и тоже помазанник и благодатный, пал, не сумел ничего сделать мы тогда, ну, я ее переубежу, я ее переформатирую, я ее обтишу. Нет, ты будешь жить так, как она того захочет. Если Соломон не устоял, кто такой ты? То же самое пал, но от его греха великое бедствие народу. Именно из-за его падения разделилось э, единое Израильское царство на две половины, причем во второй половине завелось сразу нечести, которое привело к великому истреблению этого народа из-за того, что Соломон взял чужу, и чужеродных и из чужого народа жен себе. Ахав, Взяла на племенницу сириянку и Изавель, и это привело к ведению язычества в израильском народе, который привел к великому истреблению и его собственной семьи, и всех семей после него, а в конце концов к великому истреблению всех израильтян. Дело не в нации. В израильском народе есть и Рахав, и Руфь, принадлежащие иным народам. Дело в завете. Вот, потому что э, и Руф, и Рахав вступили в завет. Они поверили в Бога израильского. Они стали частью израильского народа и потом вышли замуж за э, израильтян. А здесь предполагается, что женщина не меняя своей веры не вступая в завет с Богом, на что есть специальная процедура, оставаясь внутри своей религиозной идентичности, они вступают в брак с израильтянами, это осквернение Израиля. И сто процентов, это не надо тут никаких экспериментов проводить, эти люди будут уведены в язычество. А стало быть, вся история израильского народа повторится. Ибо само падение Израиля с этого и началось». С того, что не стали жениться на местных женщинах, изражаться их язычеством.